So the power is coming in, looking for support. And if I resist, it's going to break something. If I relax, I'd have to roll in the best case. Now as the power is coming in, I accept it. Inhale. And that's the zero point. And then I just rotate a little bit. And it flows out itself. Ну да. Ну вот видно локоть, да, плечо, вот туловище, вот поясница. Вот до ноги видно дошел. Ну это просто подвижение, а вот внутри. Какой момент переход делаешь возврат? Я могу с любой точки. I can do it from any point. Я, ну, естественно, вот он дошел сейчас до этого, до ноги. He's now all the way in my leg. Посмотри, я раз вывел сюда. I'm gonna move it to my shoulder. Да, я уже решил. To my hand. Вот до сюда. Ну там ты ему упор оставляешь, да? Да, конечно. Ну, чтобы у него ощущение было, что он... And now you leave him this sensation of support, illusion. And now I'm not giving any sensation of support. Но ощущение здесь в руке, оно, я ему, ну, немножко, вот под пальцем. I give him just a little bit under the finger. То есть когда, ну, напряжение в себя не пускаешь. But I do not allow any tension to get into me. Когда ты знаешь как бы последовательность, да? Ну да, то есть все тело сначала, да. А потом уже... Обязательно, то есть все тело, то есть должна быть чувствительность у вас. Ну, даже если неудобно, да? Нет, тут неудобство, оно потом появляется. А вот не сначала. Вот подожди. Вот он взял, да? У него ощущение, что when он he grabs me, да. He has a sensation that he's holding me well. Ставил в такое положение, да, когда ему неудобно. And I put him in this position where he feels uncomfortable. Состояние удобства.